это стонадеры. И на очереди у нас такой вот тяжелый. Тяжелый и красивый цвета Lemon Burst Gibson LP Classic 98 года. Я опять же не буду долго распинаться про отличие классика, там отличие классик, стандарт, traditional, там вот Пушной уже наговорил выше крыши, я-то тут, в общем-то, мой голос, что называется, совещательный, да, ну и к тому же, где я и где Пушной. Вот, но по факту, значит, на гитаре был сделан один апгрейд, вот этот датчик 57-й классик, это обычный бас-бакер. Басбакер Про, точнее. Вот, колки, я так подозреваю, были заменены на гровер. Вот такой он сзаду. Вот, еще раз говорю, весьма увесистый инструмент. Ну и давайте быстренько его протестим в Blues Junior от Fender. Чистый звук, то есть либо мягкий, совсем это надо в некоти, да, у нас вот. Я вообще привык, что на гипсоне так аккордики звучат достаточно так блекленько и так гнусаво. Здесь нет, здесь ярко все, красиво, хорошо. Вот. Ну, тяжелые, зараза, конечно. И опять же, вот все-таки перевешивает вот туда. С этим ничего не попишет. Попробуем, драйву нам даст ваше здоровье, Hugness and Kettner Tube Factor, такой вот ламповый такой овер, сейчас попробуем. Всего вот этого безобразия могу сказать, ну то есть вот
яркий, мощный, такой серединистый, без излишней гнусавости и жиру Les Paul, хотя всего в нем хватает, безусловно. Вот, красивый цвет, классический вид, все по-честному, все без дураков, звучит на уровне. Les Paul Classic, Classic, как я понимаю, они чуть более такие верхастые и более такие прорезные, чем стандарт. Но это, опять же, на мой вкус. Вот, там будет куча других, наверное, каких-то мнений по этому поводу. Вот, ну а в завершение хочу сказать, что гитара находится в лавке, гитара продается, гитара обменивается, кейс есть, состояние good, вот, все в порядке. Ну и все, наверное, я прощаюсь. Пока-пока.